Дорогая церковь, я очень рад вас видеть сегодня. Давайте мы все вместе встанем сейчас и прославим нашего Господа. Давайте мы воздадим Ему сейчас славу, воздадим Ему низкий поклон. Ты готов прославить Его. Ты пришел сюда, чтобы прославить Его. Амен. Амен. Воздай Ему сейчас славу большую. Аллилуйя, Господь. Мы славим Тебя. Мы здесь, чтобы имя Твое сейчас прославилось, Господь, так, как никогда раньше. Поэтому будь готов сейчас отрываться. Amen? You ready, guys? Жизни моей. Ты надежда, вдохновение, я жив любовью Твоей. Ты скала, моего спасения, ты крепость жизни моей. Ты надежда, вдохновение, я жив любовью Твоей. Верю я Тебе, Тебе, Иисус, верен Ты в любви ко мне. Помощник в час нужды моей, Тебе, Господь, стремлюсь. Верю я Тебе, Тебе, Иисус, верен Ты в любви ко мне. Ты помощник в час нужды моей, Тебе, Господь, стремлюсь. Ты скала моего спасения, Ты крепость жизни моей. Ты надежда, вдохновение, я жив любовью Твоей. Ты скала моего спасения, Ты крепость жизни моей. Ты надежда, вдохновение, я жив любовью Твоей. Я Тебе, Тебе, Иисус, верен Ты в любви ко мне. Ты помощник в час нужды моей, Тебе, Господь, стремлюсь. Верю я Тебе, Тебе, Иисус, верен Ты в любви ко мне. Ты помощник в час нужды моей, Тебе, о Господь, стремлюсь. Будьте готовы участвовать, да? Спасение, Ты крепость жизни моей, Ты надежда и вдохновение, я жив любовью Твоей. Ты скала моего спасения, Ты крепость жизни моей, Ты надежда и вдохновение, я жив любовью Твоей. Ты скала моего спасения, Ты крепость жизни моей, Ты надежда и вдохновение, я жив любовью Твоей. Еще раз. Ты скала моего спасения, Ты крепость жизни моей, Ты надежда и вдохновение, я жив любовью Твоей. Еще. Ты скала моего спасения, Ты крепость жизни моей. Ты надежда и вдохновение, я жив любовью Твоей. Еще. Ты скала моего спасения, Ты крепость жизни моей. Ты надежда и вдохновение, я жив любовью Твоей. Вместе. Еще. Тебе. Тебе, Иисус, верен Ты в любви ко мне. Ты помощник в час нужды моей, Тебе, о Господь, стремлюсь. Верю я Тебе, Тебе, Иисус, верен Ты в любви ко мне. Ты помощник в час нужды моей, Тебе, о Господь, стремлюсь. Только барабаны. Верю я Тебе, Тебе, Иисус, верен Ты в любви ко мне. Ты помощник в час нужды моей, Тебе, Господь, стремлюсь.
тебе, о Господь, стремлюсь. Верю я. Верю я тебе, тебе, Иисус, верю ты, люби ко мне. Ты поможешь мне в час нужды моей, тебе, о Господь, стремлюсь. Ты скала. Ты скала моего спасения, ты крепость жизни моей, ты надежда. Ты скала моего спасения, ты крепость жизни моей. Ты надежда и вдохновение, я жив любовью твоей. Я жив любовью. Я жив любовью твоей. Я жив любовью твоей. Всё. Я жив любовью твоей. Аллилуйя, воздай ему славу. Он твоя скала, он твое спасение, он твоя крепость, он жизнь твоя. И уповающий на него, он никогда не постыдится. Амен. Амен. Аллилуйя. Будь готов еще прославлять нашего Господа. Oh,
gave my key forever. With the crown of thorns, you became my king forever. And with the crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there set me free. Yeah, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, I give you Jesus, we worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Мы прославляем Тебя, Иисус. Тебе вся слава. Тебе вся честь, Иисус. Мы превозносим Тебя. Мы воздаем Тебе славу. Мы превозносим Твое имя, Господь, на всей земле. Ты святый Бог. Ты святой. Ты превознесенный, Господь. И нет подобного Тебе. И ты один, к которому мы стремимся, кому жаждет душа наша, кому стремится плоть наша, по тебе, Господь, томится плоть моя. Мы, Господи, иссыхаем по тебе. И мы хотим тебя еще больше в нашей жизни. Мы хотим еще больше светить тебя, Господь. Аллилуйя тебе, Иисус наш. Слава тебе. Аллилуйя. Yeah.
Тебя, Святой,
сердца. Ты наш царь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кина баши надара баси наме. Кина намаши надара баси наме. Кина раба баси нараме, я раба си нараме. Ki garabasi narame ki rabasi katarabasi ki narabasi ki narabasi. Не выходи из того присутствия, не выходи, наполняйся им еще больше. Он святой, он достоин, он достоин, чтобы ты поклонялся ему еще. Всемогущий, только ты звучишь, только ты звучишь.
только одно пою тебе. Только одно. Только одно звучит во мне. Только одно пою тебе. Только одно. Только одно звучит во мне. Только одно. Отец. Святой, она просто вламывается в нашу жизнь. Бог всемогущий. Пускай Твоя святость, Отец, она приходит во все сферы нашей жизни. Святой, пускай Твоя святость, Отец, она просто врывается во все закоулки нашей жизни. Отец, мы жаждем Твоей святости во всех сферах нашей жизни. Спасибо, спасибо Тебе, дорогой, за то, что Твоя святость, она просто притягивает нас к Тебе. Неважно, где мы были, неважно, что мы делали, но мы жаждем Твоей святости.
Мы жаждем Твоей святости. Мы жаждем Твоей святости. Ты всемогущий, великий. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за святость Твою, которая сегодня наполняет это место. Спасибо Тебе за этих сотни-сотни ангелов, которые сегодня пришли сюда, чтобы служить вместе с Тобой, вместе с нами Тебе. Спасибо Тебе, Святой. Благодарю Тебя, что Ты хранил нас на протяжении этой недели от всякого горя. Благодарю Тебя, что Ты хранил нас от всякой беды. И Твоя святость, Твоя милость, которая не имеет границ в нашей жизни, она наполняет нашу жизнь. Спасибо Тебе, Святой, за то, что Ты никогда, никогда не перестанешь нас любить. Спасибо Тебе за то, что Твоя святость, она всегда рядом с нами, она всегда в нас. Спасибо, спасибо Тебе, дорогой. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец. Подари сегодня Богу большую-большую славу. Не, подари большую Богу славу. Аминь. Группа прославления, давайте мы им подарим тоже аплодисменты. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, дорогой. Присаживайтесь, пожалуйста, на ваши места. У нас как раз тут дым вовремя включился. Видишь, я буду в дыме проповедовать сегодня тебе. Слава Богу, спасибо тебе за то, что ты пришел. Мы рады тебя видеть. Ты даже можешь сделать комплимент своему соседу, сказать спасибо тебе, что ты пришел. Не за то, что спасибо, за то, что ты ушел. Скажи спасибо за то, что ты пришел, чтобы он тебя правильно понял. Слава Богу за каждого из вас. Я уверен, что сегодняшнее служение, оно станет для тебя особенным служением. Уже один сказал аминь, уже хоть не напрасно это служение будет. Скажи громко аминь. Все сегодня зависит от твоего ожидания. Если ты ожидаешь благословения, они к тебе придут. Если ты ожидаешь чудеса, они к тебе придут. Если ты ожидаешь что-то плохого, это уже нам с тобой не по пути. Поэтому, дорогой, спасибо тебе, спасибо, спасибо, спасибо. Я начну сразу с наших объявлений. Я хочу вам напомнить, что наше служение последний раз, следующее воскресенье, будет в 1:30. И через воскресенье наше служение начинается в 11 вечера. Уже халлелуйя, все говорят. 11 утра, товарищи, 11 утра. В 11 утра. Для тех, кто смотрит нас сегодня онлайн, в 11 утра. Если ты живешь в другом штате, где 2 часа назад, good luck тебе. Ну, извини, так надо, так надо. Мы заботимся о том, чтобы ты Бога славил с раннего утра. Окей, поэтому через воскресенье наше служение начинается в 11 часов утра. Это будет февральское служение, не следующее, а через. Это будет февральское служение, которое будет начинаться с 11 часов. Поэтому просим вас не опаздывать. Итак, каждый по средам у нас здесь на этом месте в 7 часов вечера проходят женские служения. Пожалуйста, приходите. И каждую пятницу у нас проходят домашние группы, это наши ячейки, это в Ваноке. Бруклин Парк это здесь и Голден Валли. Поэтому, пожалуйста, если вам нужны домашние группы, они вам нужны, приходите туда, и там будет все у вас интересно. Ночная молитва у нас каждые 2 недели. Слава Богу. Я тебе скажу, я не знаю, как ты, я на этой ночной молитве намолился, насмотрелся, вообще на такого напереживался, поэтому если тебя не было на ночной молитве, ты очень много потерял. Это я тебе гарантирую сразу. Поэтому на следующую ночную молитву приходи, потому что на следующей ночной молитве здесь будет еще сильнее. Аминь. Потому что Бог, Он никогда не приходит меньше, Он всегда приходит больше, больше и больше в нашу жизнь. Молодежное служение каждую субботу в 7 часов вечера. Молодежь, мы вас просим не опаздывать. И в 7 часов вечера каждую субботу, пожалуйста, будьте здесь, на этом месте. Пост и молитва.
после молитвы я попросил бы вас не забывать о том, чтобы вы постились. Макс, ты готов, да? Пожалуйста, Макс, у Макса есть пару слов о посте и молитве. Добрый день. На веб-сайт, кто заходит к нам на церковный веб-сайт? Упс. Запишите всех, кто не заходит. У нас есть церковный веб-сайт. Кто знает об этом? Я начну с этого. Окей. Теперь вы знаете, и кто не знает. Там есть календарь. Каждый, кто постится, записан. Так что имейте в виду, что вы попались. Ну, есть еще и план молитвенный, потому что многие не знают, как поститься, о чем поститься. Там есть такие разделы, линки, служение там есть, ангельское. Когда кликните на это служение, там есть молитвенный план, за что мы постимся и молимся. Это наша церковь, наши служители, наше служение, наши родные и близкие, наш город, где мы живем, и наш штат. Но не забывайте, что пост – это наша личная духовная война. Мы приближаемся к Богу, и все, что нам препятствует приближаться к Богу, с этим мы разбираемся именно в посте. Да, мы это делаем каждый день, но пост – это усиленная молитва в этом направлении. И не надо бояться, когда в день поста ты чересчур или раздражен, или тебе чересчур устало. Это нормально, это и есть твоя война. Вот, в принципе, об этом я и хотел сказать. Так что заходите, пожалуйста, на веб-сайт и можете распечатать себе эту молитву, план молитвенный. Даже если вы несколько раз в свой день прочитаете эту молитву, уже будет большой эффект, уже будет достижение цели. Аминь. Поэтому, друзья, не забывайте действительно молиться, чтобы и не забывайте поститься, потому что, когда ты, как Макс говорил, когда ты постишься, когда ты молишься, это во-первых, для твоего личного благословения, во-вторых, мы молимся это за церковь, за служителей, поэтому, пожалуйста, не забывайте молиться. Я хочу вам также напомнить, что в следующее воскресенье у нас будет в гостях наш друг Дима Макаренко, и он будет нам тут служить. Давайте мы подарим Богу аплодисменты за наших друзей, потому что это хорошо, когда есть друзья. Аминь. Поэтому он будет служить. Если у вас есть друзья, знакомые, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в благословении, приводите их тоже сюда, на это место. И здесь один раз только в воскресенье он будет проводить общее служение. Поэтому еще раз напоминаю вам, приводите ваших друзей. Я уверен, что вы отсюда уйдете очень-очень благословенными. Итак, в эту пятницу, с пятницы на субботу, родители, я вам напоминаю, что здесь будет слеповор. И тут для молодежи сразу напоминание. Дети в возрасте от 6 и выше. Если тебе 17 лет, слеповора у тебя не будет. Я напоминаю сразу, а то все сразу, опа, уже грибу такие, я приеду. Нельзя. Если тебе от 6 и выше, насколько выше подойдешь ко мне, я тебя померю, я тебе объясню. Можно тебе на слеповор или нельзя? Поэтому, дорогой, не забудьте, что там время стояло, да? Во сколько приводить детей? С 6 часов вечера в пятницу. Родители, вы меня видите все, нет? Sleeping bags обязательно приводите, приносите, приводить не надо, приносите вместе с детьми. Зубные щетки, пасту, чтобы человек, ну как вы знаете, как на кемп дети наши уезжают. Я уверен, что детям будет интересно, поэтому, но еще одно, родители, напоминание. В субботу не забудьте их забрать. А то вы так, знаешь, Бог дал, Бог взял, знаешь. Не забудьте в субботу забрать ваших детей. Во сколько, Юля? В 10. А то попробуй прокорми ваших детей тут всех потом. Значит, не забудьте, все, запомнили, да? В 6 вечера в пятницу вы приводите, и в субботу во сколько забираем? Не вечера, я уже знал, что так будет. Утро, в 10 утра мы их забираем. Еще раз, только забираем своих детей, чужих не надо. Окей, все, договорились. Что-что? Да, я, конечно, сочувствую тем, кто будет заниматься с нашими детьми ночью. И чем они будут заниматься? Ну, хай Бог благословит. Я уверен, что они знали, на что они шли. И я надеюсь, что это будет не последний слеповар для наших детей. Хорошо. Сейчас у нас
Очень хорошее такое объявление. Кто у нас первый раз, пожалуйста, встаньте здесь или руку подними. Не бойся, мы отлучать не будем. Первый раз. Давайте подарим аплодисменты нашим гостям. И у нас для вас есть небольшие подарочки, служителя. Пожалуйста, плиз, подарите этот подарочки. И это напоминание вам о нашей церкви. Нет, там Билла нету, не бойтесь, можете спокойно открывать. Это маленький подарок для того, чтобы ты помнил, где ты был, потому что мы тебя здесь ждем. Хорошо. И сейчас также немаловажное служение в нашей с вами жизни. Мы будем сегодня жертвовать с вами. Мы будем жертвовать финансы для того, чтобы церковь, она расширяла свои возможности, потому что очень часто, наверное, в основном все зависит от денег в этой жизни. Поэтому, дорогие, для того, чтобы наши возможности как церкви, они расширялись, мы собираем эти финансы. Для тех, кто слушает нас онлайн, это не значит, что ты не должен жертвовать. Я тебя вижу. Я знаю, ты сейчас уже улыбаешься, такой, откуда он меня видит? Вижу, я тебя всегда вижу. Поэтому, если у тебя есть желание, настроение, а если нету, то заходи на наш веб-сайт. И видел, там у нас есть через PayPal ты можешь жертвовать. Поэтому, пожалуйста, пожертвуй туда свои финансы. Потому что то, через что ты нас сейчас смотришь, это не просто маленький такой глазочек в твоем компьютере. Ты сидишь, за нами подсекаешь сюда, там сидишь в трусах и смотришь, наверное, наше служение. А это маленькая дырочка в твоем компьютере стоит 14 500. Поэтому все это из-за вас. Не забудьте пожертвовать. Хай вас Бог всех сильно благословит. Итак, давайте дадим аплодисменты пастору Алексу. Подожди, пастор Алекс, отдыхай, пока мы сейчас пожертвования соберем. Я уже увлекся. Давайте мы соберем наши пожертвования. Петя нам включит музыку веселую. Во! Это чтобы у тебя рука так выписывала сотни сразу. Сотни. Пускай вас Бог сильно всех благословит. Доброохотно дающего любит Бог. Пускай Бог воздаст каждому из вас за ваше доброе даяние. Все финансы, которые ты жертвуешь, они уходят на служение Церкви Иисуса Христа, поэтому, дорогой, жертвуй от чистого сердца, и пускай тебя Бог благословит. Говоря и обращаясь еще раз ко всем людям, особенно те, кто служит онлайн, еще раз тебе говорю, не забывай жертвовать, ты можешь это делать, и пускай Бог тебя сильно тоже так же благословит. Спасибо вам всем за ваши пожертвования. Спасибо вам большое. Давайте сейчас подарим аплодисменты пастору Алексу, он сегодня будет делиться словом, пускай Бог благословит. Еще раз Богу большие аплодисменты. Give God a round of applause again. Просто поблагодари за то, что Он тебе даст сегодня. Just thank God for what He's going to give you today. Amen. Технические неполадки. Сейчас будем пожертвования собирать на новый микрофон, чтобы он не выключался. Я вам скажу, это так задумано все. Сейчас такая пауза. Все думают, ой, как стыдно. Нормально все? It's all planned, guys. Нормально. If you kind of embarrassed, hey, this is kind of awkward. Don't worry about it. It's planned. Когда Иисус проповедовал, у него вообще микрофона не было. Did you know that when Jesus preached, he didn't have any mic? И когда он проповедовал на берегу моря, там ветер шумел. So when he was preached on the shore of the sea, it was like windy there. Волны там были. Big waves. And I got this revelation today that Jesus was a lucky person because he didn't have this mic. He was a very lucky guy. Because if he had the kind of microphone, things would be different there. Раз, два, три, раз, два, три. Совершенно по-другому работает. Спасибо. Thank you, guys. Спасибо вам, операторы. Прежде чем проповедовать, я хочу, чтобы ты настроил свое сердце на волну благодарности. Before I preach, I want you to concentrate your heart to the wave of gratitude to God. Благодарность — это и есть тот духовный магнит к духовным вещам. Gratitude to God is the spiritual magnet for God.
Когда была ночная молитва вот эта? When we had night prayer this Friday. Тут вообще на особенное много разного было здесь. It was a special night prayer. We had a lot of things going on. Меня так сильно Бог накрывал. God covered me with His glory so much. И я в один момент почувствовал так сильно Бога. And I felt at certain moment God so heavily, so much inside of me. И я внутри как услышал, как понимание вошло внутрь меня. And it was like an understanding came into me inside of my heart. Благодарить. Всякий благодарный сердцем увидит меня. And I've heard this inside of me. Every person that is grateful to God will see me. Вот он рядом с тобой, благодари, ты его увидишь. God is right next to you. He is with you all the time. So be grateful to him and you'll see him. Пускай у тебя слово благодарность не будет просто словом благодарности. Let the word gratitude be like an easy word for you, meaning nothing. А пускай у тебя понимание благодарности будет. I wish you have the understanding of the gratitude. Можно, пожалуйста, мне часы включить вот эти? Кто-нибудь там? Чтобы я вас не убаюкал. Потому что если мне не дать часы, я буду говорить 2 часа. Хорошо. Итак, тема моей сегодняшней проповеди называется «Откровение о вере». Okay, my topic is the revelation of faith. Знаете, если мы чего-то не получаем или что-то не происходит в нашей жизни, это всего лишь одна проблема. Недостаточно откровения о вере. If we don't get something in our lives, or something doesn't happen the way we want, the biggest problem is a lack of revelation about faith. И прежде чем проповедовать о вере, я хочу тебе напомнить Слово Божие, которое мы часто цитируем. And before I preach about faith, I want to remind you that scripture. В Библии написано в Псалмах, что Бог превознес свое Слово превыше всякого, абсолютно всякого имени Своего. Bible says in Psalms that God exalted His Word above every single name of His. И чтобы вера Божия, которая творит всякие чудеса, то есть всемогущая сила Божия, чтобы действовать через твою веру, тебе нужно это слово. And you need this word in order for your faith to work, and so God can perform supernatural things. Чтобы всемогущая сила была в тебе, чтобы вера Божия в тебе была, ты должен превознести слово Божие так же, как его превозносит Он. In order for almighty power of God and the faith of God work in your life, you have to exalt God's word above everything, just like God did. Просто выучи это наизусть. Just memorize it. Что Бог превознес свое слово превыше всякого имени своего. That God exalted his word above any of his names. Скажи аминь. Say amen. Теперь услышь меня сейчас. Just hear me now. Превознеси слово Божие выше любого чуда. Exalt the word of God above any miracle. Превознеси слово Божие больше любого помазания. Higher than any anointing. Больше, чем дары Духа Святого. More than any gifts of the Больше, Spirit. Чем откровения, видения и так дальше. More than any revelations or visions. Больше, чем свою жизнь и свое служение. More than your life or your ministry. Больше всего превознеси Слово Его. Exalt His word above everything else. Потому что всемогущая вера Божия от Слова Его. Because almighty faith of God is in you from His word. И будет она в тебе работать или нет, зависит так, как ты относишься к Его Слову. And whether it works in you or not depends on how you treat the word of God. Я хочу, чтобы ты понял, что отношение твое к Слову Божьему определяет отношение твое к Богу. I want you to understand that your attitude towards God's word determines your attitude toward God himself. Ты можешь кричать в небо, что ты его любишь. You may scream in heaven that you love him. Ты можешь ему поклоняться. And you can worship him. Ты можешь голову разбить от поклонения. Or you can even get sick from worship. Но если ты не вникаешь, не изучаешь его слово, вот это твое отношение к Богу. But if you don't go deep in the word of God and you don't study, don't read it, then this is your attitude towards God as well. Знаете, наши чувства обманчивы. Our feelings are so deceiving. Мы часто, у нас чувство, я так люблю Бога, я бы вот люблю Бога. Sometimes, very often people think, oh, I love God so much, I feel it. Предложи ему час просуждать над Словом Божьим, это любовь когда девается. And you offer him to think about God's word for an hour and that love disappears somewhere. Итак, основание Божьей веры – это превознести его слово так же, как его превозносит он. So the grounds of God's faith is to exalt his word just like he does. Можно даже сказать громко «Аминь». And you may say «Amen». Это истина. Итак, this is truth. Место, которое я хочу вам сегодня прочитать. So here's what I want to read for you guys today.
Это записано второе послание Петра. It's in 2 Peter. С третьего стиха. Chapter 1, verses 3 through 11. По 11 или по 10 стих я посмотрю. Итак, с третьего стиха читаю. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание Его, призвавшего нас славою и благостью. According as His divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Смотрите, апостол Петр говорит. Apostle Peter is saying here. Говорит, что вам, тебе и мне даровано все для жизни благочестия. He's saying everything is given to you and me to live and live a godly life. Кто не знает, что такое благочестие, это совершенство. If you don't know what the godliness is, it's perfection. И смотрите, написано, все нам даровано для этого. And the scripture says that everything is given for us. И написано, что в Боге, в Иисусе Христе, нам дарованы, написано, великие и драгоценные обетования. And it says that in Jesus Christ, great and precious promises are given to us. Скажи со мной вместе, великие и драгоценные обетования. Just say it with me. Great and precious promises. У Бога для тебя есть великие и драгоценные обещания для твоей жизни. God promised you great and precious things into your life. Это не просто мечта машину купить хорошую. It's not just a dream to buy a nice car. Это не просто мечта быть помазанным каким-то. Or to be anointed. Это не просто быть великим каким-то. It's not the dream to just be great. А написано, что эти драгоценные и великие обещания дарованы для одной самой важной цели. But it says that the biggest goal why these promises have been given is this. Я хочу тебе прочитать это в 4 стихе. I want to read it in verse 4. Смотрите, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. И написано дабы. Скажи вместе со мной дабы. And it says that. То есть для того чтобы. In other words, so that. Вы через них, то есть через эти великие обетования и драгоценные, чтобы через них so that you, through those promises, мы сделались, другими словами, стали участниками божеского естества. Might become partakers of his divine nature. Обратите внимание, вот Бог дал тебе и мне обещания, God gave you and me the promises, которые называются великими, which he calls great and precious, чтобы быть частью божества, so that we can become part of his divine nature. Я знаю, у кого-то вот эти слова быть частью божества аж мозги перекручивает. I know that some people when they hear the words to be part of his nature, part of God, а я это прочитал не с Корана, я это прочитал с Библии. But I didn't read it from Quran, I read it from the Bible. Смотри, в твоей Библии Бог тебе пообещал. In your Bible, it's written that God promised you быть частником божества, to be part of Him, to be part of His nature. Чтобы тебе легче звучало, быть частью божественного естества. Let me rephrase it, to be a part of God's nature. Чтобы божественное естество было в тебе. So that God's nature is in you. Знаете, есть естество животных. Okay, there's a animal nature, right? Есть демоническое естество. There's demonic nature. Есть человеческое естество. There's a human nature as well. А есть божественное естество. And there is God's nature, God's DNA. Вот чтобы сама натура Божья была, жила, действовала в тебе. So that God is promising that He will give you His nature, and that nature will live through you. Знаете, оно как-то так сильно громко звучит. Okay, it may sound
like great. Сильно отдаленно для многих людей звучит. Kind of far away from real life. Я тебе скажу, тебе этому, об этом надо мечтать больше, чем о любом другом благословении. But I'll tell you this, you need to dream about this more than about any other blessing. Каждый из вас мечтает быть похожим на Иисуса. Every one of you wants to be like Jesus. Каждый из нас хочет делать дела, которые делал Иисус. Every person wants to do what Jesus did. И мы часто видим в Иисусе дела. Мертвого воскресил, бесноватого исцелил, больного исцелил, слепому глаза открыл. And we see in the Bible how Jesus was performing miracles. Но когда написано о всех делах и больше творить этих, but he himself said that we will be doing the same things and even more. Туда входят молитвы, посты, изучение Слова Божия. And trust me, all those bigger things include the prayers, the fasts, and everything else. И сразу, когда апостол об этом говорил, он дал direction, как это осуществить себе. So when Apostle Peter is talking about this God's nature, he has given us direction how to fulfill it. И я хочу тебе дальше прочитать, чтобы ты получил откровение о вере, которая поможет тебе это воплотить. And I want to read the further verses for you so you can understand it, so you can get the faith. Смотрите, апостол Павел говорит, вы получили все потребное для того, чтобы стать частью Бога. Проще. So Apostle Peter is saying, you received everything to become part of God's nature. И вот чтобы это получить, чтобы этим стать, он предлагает в пятом стихе, смотрите что. And here's how he continues. То вы, прилагая к этому все старания, покажите вере вашей добродетель, в добродетельности рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. И если это у вас есть и умножится, то умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. И 9 стих. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении грехов, об очищении прежних грехов своих. It starts with verse 5. And besides this, given all diligence, add to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to the knowledge temperance, and to the temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things are in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacks these things is blind and cannot see afar off, and has forgotten that he was purged from all sins. Обратите внимание, что Иисус говорит, если будете иметь веру Божию. Jesus is saying, if you have faith of God. Чего не скажете, будет по слову вашему. Whatever you ask, you will receive. Whatever you say, it will happen. И нас Библия учит, что вера от слышания не кого-то, не чего-то, а именно слышания Слова Божьего. And the Bible teaches us that the faith comes from hearing not something else, but the Word of God. Знаете, есть вера для исцеления. There's faith for healing. Есть вера для освобождения. There's faith for deliverance. К примеру, если мне нужно исцеление, я беру с Библии те места с Библии, которые говорят об исцелении. For example, if I need healing, I choose the scriptures that say about healing. И я строю на этих словах веру свою. And based on these words, these scriptures, I build my faith. Я говорю, ранами твоими я исцелился, так написано. Я верю в это слово, это моя вера на этом слове. And I start saying, I'm healed with your wounds. А чтобы стать частью божества, апостол Павел предложил тебе вот какую веру. And in order for you to become part of God's nature, here's the faith that Apostle Peter is offering. Я хочу, чтобы ты вообще получил откровение о вере. I want you to get this revelation about faith. Вера — это не просто чувство, не просто я внушил себе, я так хочу, я так думаю, так будет. Faith is not just feelings. It's not when you persuade yourself that this and this is going to happen. I believe it. Вера — это как сложный механизм. Faith is like a complex mechanism. В котором есть еще другие механизмы. And there are different components of that mechanism. Я могу сравнить веру с автомобилем. I can compare the faith with an automobile. Автомобиль — это не просто автомобиль. It's not just a car. Это не просто двери, руль, педали, и ты поехал. It's not just the door, the steering wheel, and your seat. Если ты будешь исследовать автомобиль, то там есть двигатель. If you start researching how the car is manufactured, you will see that there's an engine there. Там есть коробка передач, которая заставляет двигатель толкать машину.
there's a transmission that makes the engine push the car. Там есть колеса, которые получают силу от двигателя и двигают этим автомобилем. There are also wheels there that receive the power from the engine through the transmission and start moving the car. Там много чего есть в этой машине. There are many things in there. И при всем этом механизме сложном, как автомобиль. Yet, at the same time. Он сам ездить не будет, пока не сядет туда человек. The car will not start by itself until the person gets in there. И не заставит все эти механизмы работать, чтобы машина двигалась. And doesn't make the vehicle move. Вот я хочу показать, что такое вера. And I want to show you what the faith is. Смотрите, апостол Петр говорит, чтобы ты стал частью Бога, чтобы ты стал подобным Иисусу Христу. Apostle Peter is saying, for you to become just like Jesus. Он говорит, возьми все свои старания и употреби. He's saying, take all your diligence and apply it towards this. Душевные силы, духовные, физические, мозги напряги, все это приложи к одному. All that you have, all your physical or spiritual or soul power, soul your brain power, apply to this. Приложи, чтобы в вере твоей показать первое, что написано. Добродетель. And the first thing that you need to show or add to your faith, applying all those efforts, is virtue. А в добродетельности рассудительность. And to virtue, add knowledge. А в рассудительности написано терпение. And to knowledge, add patience. В терпении благочестие. And in patience, godliness. В благочестии написано любовь. And to the godliness, brotherly kindness. В любви братолюбие. And in brotherly kindness, charity. И если у вас это есть написано и умножается, то вы безизбежно достигнете то, что вам Бог обещал. And he's saying, if you have this mechanism, so you can't miss it, you will reach what God promised you. Многие из нас думали, что вера это всего лишь я чувствую, я думаю так и все. People think that faith is the way you feel or the way you think, and that's it. Полноценная вера – это когда в вере есть терпение, любовь, рассудительность и благочестие и так дальше. And complete faith is when you have the virtue and knowledge and patience and temperance and godliness and love. Многие сегодня думают, почему моя вера не работает? People think today, why is my faith not working today? А может быть, у тебя машина без двигателя, поэтому она не ездит. Well, maybe your car has no engine, that's why it's not even moving. Может, так как твоей машине нужен двигатель, твоей вере нужно терпение. Maybe just like the car needs your engine, just like that, your faith needs the patience. А может быть, твоей вере не хватает рассудительности подумать, что у меня не хватает. Maybe your faith is lacking the knowledge to think, hey, what am I lacking? А может быть, в твоей вере любви не хватает? Maybe it's missing love. Вот смотрите, если ты возьмешь машину свою, у каждого из нас почти есть машина. Okay, let's take your car, for example. Вот просто сними с нее колеса. Take your wheels of it. У тебя классный двигатель, 500 лошадей. Вот. You have a great 500 horsepower engine on it. Таких породистых коней. Those the big horses, you know what I mean? Такие, как там, египетские кони. Egyptian horses. Породистые, молодые кони. Big young horses. У тебя может быть самый крутой, крутая крокодилья кожа на твоих сиденьях. You may have the best type of leather on the interior. Спортивный руль. You may have the steering wheel that is sport. Там она, ну, короче, самая крутая тачка, которую только можно придумать. You may have the coolest car in the world. Сними эти колеса, и ты никуда не поедешь. But if you don't have your wheels on it, you can't go anywhere. Тебя человек даже на велосипеде обгонит. The person on the bike will pass you, you know? При всех тех тысячах породистых лошадей под твоим капотом. And it doesn't matter how many horsepower is in your engine. Amen. Amen. Также, может быть, в твоей вере сегодня не хватает одного из этих элементов, которые апостол Павел предложил. Just like that, one of those elements, components may be missing in your faith, just like Apostle Peter is saying. Я хочу тебе сегодня предложить не просто веру, которую нам обычно навязывают, просто чувствуй, просто там что-то жди, неизвестно что, неизвестно как. I don't want to offer you just a simple faith, just like usually people are saying, just feel it and wait and wait. Если ты просто будешь честным к себе, посмотришь на себя. Just be honest to yourself.
Ты точно можешь увидеть сейчас, что в твоей вере не хватает. You will see what's lacking, what your faith is lacking. Может быть, у тебя терпения не хватает. Maybe you're lacking patience. А может, у тебя любви не хватает к мужу или к жене, или просто к своему соседу. Maybe you're lacking love to your neighbor or to your wife or husband. А может, тебе просто подумать нужно. Or maybe you just need to take time and think. Вы знаете, что написано? В вере твоей покажи рассудительность. Bible says that add to your to your faith knowledge. Знаешь, я хочу тебе сейчас насчет рассудительности чуть поговорить. I want to talk about knowledge right now. Нас обычно учили: ты верь и не думай мозгами своими. People usually teach, hey, you just believe and don't even think with your mind. А здесь написано: вере своей покажи рассудительность. And here Bible says add knowledge or reason and understanding to your faith. Ты должен рассуждать, на чем твоя вера стоит. You need to reason and understand what is your faith based on. Ты должен подумать, на чем твоя вера стоит. You have to understand it. Твоя вера на чем стоит? Потому что так пастор сказал или так в твоей церкви проповедует? Is your faith built upon something that your pastor said or your church preaches or what? Или это твой мама с папой сказали? Or maybe it's based on what your dad or mom said. Проверь сегодня, порассуждай, на чем стоит твоя вера. Check your faith out today and see what is it based on. Вообще порассуждай, о чем ты мечтаешь. Бог обещал это вообще или нет? And reason the things that you're dreaming about, is that something God promised you or not? Проверь Божьи обещания в Библии. Check God's promises in the Bible. Если там нету твоих обещаний, выкинь их, они не нужны тебе. If your dreams are not there, just throw them away. You don't need them. Проверь, на чем строится сегодня твоя вера. Just check your faith, what it's based on. И не надо думать, я чувствую, у меня ни капли сомнения в сердце нету, будет так. And don't even think to say, well, I feel it, I know it, I don't even want a reason, I know it's going to happen. Я тебе скажу, если этого Бог не обещал, не будет этого при всей твоей вере. I'll tell you, if God did not promise that, it's not going to happen. Если ты в Библии не находишь основания своей мечте, своему тому мечте, в общем, никогда она не исполнится. If your dream is not promised by God, it may not happen. Поэтому я хочу, чтобы ты сегодня внимательно, сегодня просто сделай анализ своей веры. So analyze your faith today. Сделай анализ своей веры. Может быть, твоя вера всего лишь зависит сегодня от толпы людей. Maybe your faith is based on the opinion of the multitude of people or crowd. Многие сегодня верят в пробуждение, потому что вся толпа верит в пробуждение. Many people believe in revival today just because a lot of people around them believe it. А когда толпа рассеялась, and as soon as that crowd is scatters, и вся его вера рассеялась, the whole faith is gone. Ну, согласитесь. I'll agree with that. Смотришь, вся церковь верит в чудеса и знамения. Well, you look at a church and the whole church believes in signs and miracles. Один месяц нет никакого чуда. And all of a sudden, for a whole month, they don't see any miracles. 90% уже не верят. 90% don't believe anymore. 10% думают. And 10% are thinking, what's going on? Верить нам или не верить? Should we believe the miracles again or not? Верить нам или не верить? Should we or should we not? Как на ромашке гадать, верить, не верить, верить, не верить, верить. Не надо вот на ромашке гадать, верить, не верить, верить, не верить. So don't be hasty with your mind. Don't doubt. Проверь, если Бог обещал, если Бог за пробуждение, то говори, я верю, хоть весь мир не верит. If God is for it, if he promised it, it doesn't matter if the whole world does not believe it. Believe it. Проверяй сегодня свою веру. So check your faith today. Скажи аминь. Say amen. Проверяй веру. Check it. И как ее проверять? How do you check it? Ты должен, первое, о чем мы вначале говорили, превозноси Слово Божие превыше всякого имени своего. Number one, just like we said before, exalt God's word above anything else. Просто проверь, ну, возьми сферу своей жизни, где у тебя непорядок. Take any area of your life that has a disorder in there. Неважно, какая это сфера. It doesn't matter what area it is. Перестань слушать всех советчиков. And stop listening to all those advisors you have. Открой Библию. Open up the Bible. Найди места из Библии, которые говорят о твоей проблеме. And find the scriptures that talk about your problem. Где есть совет в твою проблему? And find the advice from God in the scriptures to your problem. Что Бог говорит об этой сфере? Find what He, God, says about it. И прочитай это, выучи, что Бог говорит. Read it and memorize it. Прими это внутрь себя. Accept it inside of you.
порассуждай и прими это внутрь себя. And, you know, reason about it and think it through and accept it. И начинай действовать. And start acting. Написано, покажи вере свои добродетель. And it says, add to your faith. Добродетель. Это не только, когда я подошел, доллар дал бабушке. And add to your faith good works. And it's not like when you give a dollar to a homeless. Это не когда я кусок булочки дал только. It's not when I share my bread with somebody. А я думаю, что корень добродетельности, когда я начинаю принципиально делать действия, которые мне советует Библия в данной сфере. And I think that the root of the good works is when I, out of my principle that I understand that is from the Bible, I start doing the right things. К примеру, если ты прочитал в Библии, ранами его я исцелен. For example, you read in the Bible that I am healed by his wounds. И ты прочитал, встань и ходи. And he, you read actually that get up and walk. И добродетельность, добрые дела начинаются с того момента, когда начинаешь действовать в слове. So after that, you start doing actually what you're reading. Она start doing it. Она просто жертвовать бабушке, дедушке, это вообще образ своей жизни должен быть. But and giving help and maybe money to other people, it should be a lifestyle. Обратите внимание, в добродетельности покажите что? Рассудительность. В рассудительности терпение. And Bible says, you add to your virtue the knowledge and add to knowledge patience. Другими словами, когда ты завел машину, in other words, when you start your car, пристегнись, buckle up, включив в драйв, switch the gears, убери ногу с тормоза, take your foot from brake. Кстати, это очень доброе дело, когда мы часто свои мозги с тормоза убираем. It's actually a good thing when we start when we take our feet off the mind brakes. Нажал на газ и поехал, никуда попало. And you start driving not somewhere, а в сторону, в достижение цели своей. But towards your goal. Так же и когда у тебя появилась цель какая-то. Just like that, when you have a goal in your life. Включи свою веру. Start your faith. Включи драйв, добродетельность. Switch the gears into good works. И в этой добродетельности покажи рассудительность своей. And start showing some knowledge and understanding. Что я не еду куда попало, куда глаза глядят. That you're not driving somewhere wherever you see. А я точно знаю, куда я еду, что мне нужно, зачем я еду. But you know where you're going for what. Я знаю, что я делаю. I know what I'm doing. Рассудительность нужна. Knowledge and understanding. Часто вот я пример только. Часто люди говорят: Господь, исцели меня, исцели, исцели. People are often saying, God, please heal me. И у него вера как надутая бочка такая, много веры. And he's got a lot of faith for it. Он говорит: исцели, исцели, исцели. And he's heal me, heal me, heal me. А Бог кричит ему: прости, прости, прости свою маму, папу или еще кого-то. And God is screaming from heaven, forgive your parents, forgive them. И Бог тебе, и человек получает исцеление, когда прощает. And as soon as the person forgives them, he gets healing. Я просто тебе пример показываю. Неважно, какая проблема, но есть у Бога решение на любую проблему. Regardless of your problem, God always has a solution for it. И я хочу, чтобы ты не только освободился, а к своим чувствам веры приложил терпение, добродетельность, рассудительность, любовь и так дальше. I want you to apply and to add to your feelings of faith all these things that Apostle Peter is saying. И ты станешь таким, как Иисус. And you will become just like Jesus. Смотрите, что дальше написано. Here's what he also says. Восьмой стих. It's verse 8. И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Обратите внимание, апостол Павел говорит, если в тебе вот эта вера, если в твоей вере есть вот эти качества. Apostle Peter is saying that if your faith has those qualities. Другими словами, если в твоей машине с двигателем в порядке. In other words, if your engine is good in your car. Если у тебя трансмиссия в порядке. If your transmission is working well. Колеса нормальные, не сдутые. And you have good wheels. Все у тебя хорошо. Ты будешь ездить на этой машине. He's saying you will drive it, period.
То есть, если в твоей вере все в порядке, вот эти качества есть. If everything works out of these qualities, if these qualities are in your faith. Ты обязательно достигнешь познания о Боге, о нем. You will for sure reach the understanding and knowledge of God. Ты не останешься в незнании Бога. You will not be outside of knowledge. Ты станешь частью Бога. You'll become part of His nature, part of God. И дела, которые Он творил, и ты будешь творить. And everything that Jesus was doing on earth, you will do the same thing. И как Иисус сказал, и больше сотворит. And just like Jesus said, you will do even more. Почему? Потому что вера в Нем та же, что в Иисусе. Why? Because your faith is going to be exactly the faith like in Jesus. Иисус, у Иисуса была вера в Слово Отца Своего. Jesus has deep faith in His Father's Word. Он говорил, я ничего не говорю, как то, что слышал у Отца Своего Небесного. He was saying, I don't say anything but the words that I've heard from my Heavenly Father. Он говорит, я ничего не делаю, как то, что делает Отец Мой Небесный. And He said, I do nothing but what I see my father doing. Поэтому он состоялся как мессия. That's why he was fulfilled as a messiah. Поэтому Божья рука была всегда с ним. That's why God's hand was always with him. Я вспоминаю историю, просто вспомните историю с Лазарем, когда Иисус воскресил Лазаря. I want you to remember the story of Lazarus. Это 10 глава Иоанна. That's it's written in John 11. Там так интересно, Иисус молится. Jesus was praying in a very interesting way. Он молится Отцу Небесному. He's praying to Heavenly Father. Господь, услышь меня. He was saying, Heavenly Father, hear me. И говорит, я знаю, что ты всегда меня услышишь и будешь слышать и услышал бы. And then he added, I know that you hear me and you will always hear me. Говорит, но я прошу ради них. But I ask for these people so they can hear it. Можешь ты ли сегодня молиться так и говорить, Господь, я знаю, я вот я бы и не просил, но прошу, но я все равно знаю, что ты меня услышишь. Can you pray like that when you say, God, I ask you to hear me, but I know you hear me anyway? Просто заметьте, насколько он близко знал, что он даже не мог подумать, что Бог может его не услышать. He didn't even have a thought that God doesn't hear him. Почему? Потому что именно Слово Отца пребывало в нем. Why? Because God's word was abiding in Jesus. И я тебе хочу сказать честно, Иисус больше ценил Слово Его. And I'll tell you for sure that Jesus valued God's word more. И вера Иисуса Христа базировалась, основывалась не на чудесах, которых Он делал. He valued it more than anything, and his faith was based not on the miracles that he was performing. Не на тех дарах Духа Святого, которые действовали через него. And his faith was not based on the gifts of Holy Spirit that Jesus had. Абсолютное знание его слова, его воли. But on complete and full knowledge of God's word and will. Я хочу, чтобы мы сегодня всей церковью. And I want today. Шагнули в большую веру. Us as the church to step into a greater faith. Поймите меня правильно, не в другую веру. Don't get me wrong, it's not going to a different faith. А ту веру, которую мы имеем от Бога, просто вложили в нее все необходимые качества веры. But into the same faith that God put in us, but so we can put all those qualities that Peter is describing here in our faith. Чтобы то пробуждение, о котором мы мечтаем и молимся, мы смогли потянуть. So that we can handle the revival we're praying and dreaming about. Можешь сказать аминь. Amen. Аминь. Знаете, когда к Иисусу приходили люди и задавали ему вопросы относительно своих проблем. A lot of people were coming to Jesus at the time and asking him about their problems. Он не говорил, иди Бога спроси, я не знаю. He wasn't sending them away saying, you know, talk to God, I don't know. Он представляет, что такой крутой тут проповедующий, к тебе служителя выходят за решение, люди приходят за решение проблемы. Well, imagine, you're preaching, you're cool, you know, everything's happening, and all of a sudden people coming to you to ask about the problem. А ты говоришь, я не знаю, иди до Бога. And you're like, well, you know what, I don't know, go to God. Знаешь, что тебе человек может сказать? You know what that person will tell you? Я знаю, что Бог знает, а ты что здесь делаешь тогда? Well, he can tell, I know God knows about my problem, but what are you doing here? Поэтому ты должен знать Слово Божие, чтобы служить людям. So in order for you to minister to people, you need to know God's word. Ты должен знать Божий совет, чтобы дать человеку этот Божий совет. You need to have God's advice and God's counsel in order for advising the person. Все люди знают, что Бог всемогущий. All people know that God is Almighty. Но часто людям нужна наша помощь довести их до Бога, и для этого нужно иметь Слово Божие, чтобы привести их к Богу. But often people need our help to bring them to God, and often they need God's advice in us to give them so they can solve their problems. Еще самое интересное. And what's interesting? Часто, когда мы слышим, думаем, как это сложно.
Sometimes we hear this and it's like, oh, this is kind of complicated. Апостол Петр говорит, все это не так сложно. And Apostle Peter is saying, no, it's actually not that hard. У тебя все есть необходимое для этого. You got all the necessary things for it. Бог дал тебе все. Бог дал тебе веру. У нас, извиняюсь, с микрофоном проблема. God gave you faith. Бог дал тебе веру. Он дал тебе великие обещания. He gave you great promises. Эти обещания не кто-то, какой-то дядя обещал, Бог обещал всемогущий. And it's not that somebody else promised it to you, it was God himself that promised them. И ты должен сам себе сейчас объяснить. And you have to explain it to yourself. Скажите, Бог может обманывать? Ask yourself, can God lie? Если ты веришь, что Слово Божие всемогущее, действенное, и как в Библии написано, что у него ни одно слово не остается бездейственным, and Bible says that the word of God is almighty and acting. And it also says that no God's word come back to him unfulfilled. Смотри, все, что тебе нужно, в твою веру включить то, что у тебя не хватает. Then all you need is to include, add to your faith whatever you're lacking. Я хочу, чтобы ты заметил один момент важный. And I want you to see this moment. Что это не мгновение, это процесс. It's the process. Скажи, it won't happen just overnight. Скажи, это процесс. Just say with me, it's a process. Терпение это показывает временный процесс. Patience, the word patience shows the interval of time. Добродетельность показывает определенный отрезок времени. And good works show actually the part of time. Рассудительность показывает определенный отрезок времени. Knowledge and understanding indicate the time as well. Поэтому не ищи вот этого бах как. So don't look for those miracles, boom, and it happened right away. И работай даже не столько, сколько достигать цель, да работай над своей верою, и ты обязательно достигнешь цели. So work on your faith, and you for sure will reach your goal. Amen. Amen. Просто я хочу, чтобы ты зарядился этим словом. I want you to be energized with this word. Чтобы ты как личность, которая развивается в Боге. So you as a person that develops in God. Чтобы ты не развивался 2 часа в неделю по воскресеньям. So that you don't develop just 2 hours a week on Sunday. И мечтал о чем-то великом. And dreaming about something great. Ты над своей верой должен работать каждый день. You have to work on your faith every single day. Ты каждый день должен изучать Слово Его. Every single day, study, research the Word of God. Чтобы тебе знать меня хорошо, тебе надо общаться со мной, слышать мои слова, о чем я говорю, о чем я думаю. If you want to know me well, you need to communicate with me, you need to spend time with me. Чтобы ты мог знать Бога, ты должен проводить время с Его Словом. If you want to know God close and intimate, you need to spend time with Him and His Word. Чтобы ты знал, что в Его сердце. So that you can know what's in His heart. Чтобы ты знал, что у Него в мыслях. And in His mind. Чтобы ты знал, что именно чем он рассчитывает на тебя. And that's how you can figure out how he counts on you. И проводи с ним время. So spend time with him. Знаете, многие люди женились, выйдя замуж, не состоявшиеся браки по одной причине. A lot of people got married, but their marriages are close to fail. Потому что мало время с друг другом провели и не узнали, кто они такие друг для друга. Because they haven't spent much time with each other and they don't know each other. А потом тыкают пальцем в небо, это ты мне дал этот крест нести, мою жену или мужа. And then they point to, fingers to the sky and say, God, that's your fault. You gave me this cross. Часто мы получаем откровения от Бога или какие-то знания от Бога, цель, служение, и мы также тычем пальцем в небо, когда у нас что-то не получается. We often get the revelations from God or some understanding, and when things don't work out, we point fingers to heaven and say, God, it's your fault. Часто мы говорим, Господь, у меня служение не получается. And we're saying, God, my ministry is not working out. У меня молитва не работает. My prayers don't work. У меня то не работает. These things don't work. А ведь ты мне обещал. But you promised me, God. А Бог говорит, а ты рассуждал, когда это принимал? And God turns to you and says, well, have you reasoned? Have you thought about what you received? А есть вера в твоем служении? Is there faith in your ministry? Который воплощает это служение, который двигает этим служением? Is there an engine of faith that moves your ministry? Бог говорит часто нам, когда мы молимся. God talks to us very often when we pray.
Я просто сейчас хочу, чтобы ты закрыл свои глаза. I just want you to close your eyes. Просто закрой свои глаза. Just close your eyes. Вспомни, увидь сейчас ту проблему, где у тебя проблема в жизни. And picture the problem that you have in your life. Это может быть твоя семья. Maybe it's your family. Это может быть лично ты. Maybe it's you. Может быть, это твое служение. Maybe it's your ministry. Может быть, это твоя похороненная мечта уже. Maybe it's your buried dream. Может, это болью отдается в твоем сердце, твоя похороненная мечта. Maybe your dream that you already buried is a pain in your heart. Может, ты раньше вкладывал это в эту мечту. Maybe that's a dream that you were investing your everything into. И ты видишь, что она не осуществляется. And now you see that it's not being fulfilled. Может, ты уже разбился в Боге. Maybe you are crushed in God completely. Может, ты просто уже перестал верить самому себе. Maybe you don't even believe yourself. Тебя, может быть, уже похоронили все. Maybe everybody turned away from you. Один раз Иисус пришел к гробу Лазаря. Once Jesus came to the tomb of Lazarus. И написано, когда он его хотел воскресить. And when he wanted to resurrect him. Люди говорили, Иисус, ты в своем уме. People were saying that he was crazy. Ты что, Иисус, он уже четыре дня в гробе, он смердит. Jesus, are you crazy? He's 4 days in there already. He's smelling now. От него уже воняет. He's dead for too long. И, может быть, ты слышал свой адрес, что люди говорят, да с него уже ничего не получится. And maybe you've heard towards yourself that nothing's going to work out of this person. Может, ты видишь, что близкие и знакомые в тебя уже не верят. Maybe you think that your surrounded does not believe in you anymore. Просто им как будто бы от тебя воняет неудачником. And maybe they think that you're a loser. Как будто несостоявшаяся личность. It's like you're nothing anymore. Но написано, Иисус говорил, Лазарь, встань и выйди вон. But Jesus said, Lazarus, get up and get out of there. И после того, когда Лазарь вышел вон. And after Lazarus did. Написано, что он был обмотан погребальными тряпками. He was surrounded by those burial cloths. То есть он был обмотан теми тряпками, которых обворачивают трупов. He was wrapped up in those clothes that are usually wrapped up around the dead body. Может, ты уже сам себя обмотал этими тряпками и приговорил, у меня ничего не получится. Maybe you yourself wrapped yourself around with those deadly things. В моей семье ничего не получится. And said to yourself, no, nothing is going to work out. В моем служении ничего не получится. My ministry is not going to work out. Мне не верит пастор, мне не верит муж, мне не верит жена, дети, никто мне не верит. Nobody even believes me anymore. Я хочу, чтобы ты услышал слова Иисуса. I want you to hear Jesus' words right now. Первое, что он говорит, Лазарь, встань, выйди вон. He is saying, get up and get out of there. И когда он вышел в этих погребальных тряпках, and when Lazarus came out, которыми обмотали его люди, in those things that people wrapped him around with. Я тебе скажу, Иисус этими тряпками не обматывал никого. Jesus never wrapped any cloth around people. И когда Лазарь вышел, and when Lazarus came out, Иисус говорит людям, развяжите его, чтобы он шел. Jesus said to people, untie him so he can walk. Если ты просто увидел свою похороненную мечту, so if you saw your buried dream, если ты вспоминаешь, как ты горел для Бога и уже не горишь, if you remember the time when you were burning for God and you don't, давай сейчас встанем на свои ноги. But just get up on our feet. Просто пребывай в присутствии Божьем. And just be in God's presence right now. Будь внимательным, что в тебе творится. And be very careful, very attentive to what's going on inside of you. Просто сейчас Иисус обращается к тебе как к Лазарю. Jesus is addressing you just like Lazarus. Если ты уже все похоронил, Иисус говорит тебе, встань и выйди вон. If you feel like you're buried and you buried all your dreams, Jesus is saying you get up and get out of there. И Бог хочет сегодня воскресить твою мечту. And God wants to resurrect your dreams. Он хочет в тебе зажечь тот огонь, который когда-то горел, и ты просто вспоминаешь его и плачешь. She wants to start that fire again that once was in you, but you don't have it anymore. Он хочет развязать сейчас все тряпки, которыми тряпки неверия, которыми обмотали тебя люди и сам себя ты обмотал. He wants to untie you from all the unbeliefs and all the dirt that you tied yourself with. Если хочешь, чтобы Иисус тебя развязал, if you want Jesus to untie you, просто услышите слова, Лазарь, иди сюда.
Just hear these words. Lazarus, come out. Я просто предлагаю тебе выйти сюда, мы будем молиться. I just offer you, if you need it, just come out here to the front and we'll pray for you. Выйди из этой гробницы, где тебя уже похоронили, может, ты сам себя похоронил. Get out of that tomb that maybe you buried yourself there. И Бог в тебя вложит эту веру. And God's gonna put his faith into you. Полную, полноценную веру. Complete faith. Которые просто не оставят тебя без познания Его. That will not leave you without a knowledge of God. Именно вот эта вера все поменяет в твоей жизни. The faith that will change everything in you. Если ты нуждаешься в этой молитве, просто выйди. If you need this prayer, just come out. Мы за тебя будем молиться, ты увидишь, как Бог будет действовать. We'll pray for you and you will see how God gonna start acting. Не смотри на мнение людей, которые обвязали тебя этими тряпками стыда, неверия и проклятия. Don't look at those opinions of people that tied yourself with unbelief and curses. Не позволяй сейчас мыслям говорить тебе, я уже не буду гореть, как я горел. Don't let your thoughts tell you that you won't burn for God again. Не позволяй себе слышать, что Бог оставил меня. Это все тряпки, которыми обвязали тебя люди. Бог их хочет сорвать с тебя во имя Иисуса Христа. Don't even think about thinking that nothing's going to work in your life. It's old garbage. Может быть, ты слышишь, что все как люди, а я как не человек. Это тряпка, которыми обмотал тебя дьявол. Выйди сюда, Иисус, тебя развяжет. Maybe you think that you're not like everybody else, and it's hard for you to believe the opposite, but this is all the garbage the devil put on you. И вместо этих погребальных тряпок Иисус тебя оденет в одежды праведности, святость, чистоту и благодать Его. And after Jesus unties you, he'll put his garments of righteousness on you. Пожалуйста, если ты думал в своем сердце сейчас, if you thought in your heart, если хоть кто-то выйдет, я выйду, ты до сих пор не выходишь. If you thought about it in your heart, but you're shy to come out here. Сделай этот шаг. Please make it. Do it. Сделай этот шаг. Come out here. Это Бог тебе говорит. It's God talking to you right now. Дьявол никогда не решает твоих проблем. Devil will never solve your problems. Он только приносит проблемы. He only brings the problems. Если ты слышишь призыв решения проблемы, это Он, это Бог во имя Иисуса Христа. If you feel in your heart that God is calling you right now to solve your problem, this Он содрет с тебя все погребальные вонючие тряпки. He will untie you completely. И ты будешь пахнуть святостью. And you will smell like righteousness. Бог будет наслаждаться твоей святостью. God's gonna enjoy your righteousness. Когда ты будешь молиться, Бог будет духа своего наклонять и слышать тебя. When you pray, God's gonna pay attention to your prayer. Когда ты будешь звать к Нему, Он будет все оставлять, чтобы слушать тебя, наслаждаться твоим поклонением и прославлением. When you worship and pray to Him, God's gonna stop everything and start listening to you. Я попрошу, пожалуйста, не пропусти этот момент. So don't miss this moment. Я чувствую здесь большое присутствие Божье. Heavy God's presence here right now. Потому что здесь проповедовалось слово Его. Because it was God's word that was preached here. Всемогущее слово. Almighty word. Исцеляющее душу, дух и тело и разум наш. The words that heals the body, soul and spirit. Не позволь себе пройти мимо. Don't let yourself just go away without this prayer. Just scream to God, Jesus, Son of David, have mercy on me. And people were stopping that person from screaming. But that person screamed even louder. Не слушай, не слушай тот стыд, который кричит тебе. Сиди на месте, я здесь услышу все. Don't listen to that shame inside of you. Позволь Богу прикоснуться к тебе. And let God touch you. Позволь Иисусу возложить руки на тебя. Let God put his hands upon you. Служителя, я прошу, выйдите сюда. И помощники, что помогите служителям молиться за людей. Поднимите сейчас руки свои. Те, кто вышли сюда. Just raise your hands. Поднимите к тому, кто умирал за вас. И просто повторите за мной одну молитву перед тем, как за вами будут молиться. Okay, repeat after me before we pray. Скажи, дорогой Иисус. Say, dear Jesus. Я люблю тебя. I love you. Я устал без тебя. I'm tired without you. Без тебя я ничего не могу. Without you, I can't do anything. Я хочу ту первую любовь, которую я имел, когда я покаялся. I want that first love.
that I had when I just came to you. Я прошу тебя, Иисус. I ask you, Jesus. Воскреси мою судьбу. Resurrect my destiny. Воскреси мои мечты. Resurrect my dreams. Зажги меня огнем, который горел у меня. Light up that fire that was once in me. Огнем Духа Святого. Fire of Holy Spirit. И для этого я прошу тебя. And for that I ask you. Прости все согрешения мои. Forgive me. Я исповедую тебе грех свой. I confess my sin to you. И я отдаю тебе свой грех. I give you my sin. Просто увидь, как Иисус забирает сейчас этот грех. Just picture how Jesus is taking your sin. Положи в руки ему этот грех. Hand him your sin. Положи ему этот угасший огонь в руки. Give your fire into his hand. Помоги, положи ему в руки свою умершую мечту. Put your deadly dream into his hand. И он это исцелит и воскресит. He's gonna heal it and resurrect it. И просто скажи самое громко, Иисус. And just say, Jesus. Я принимаю твое прощение. I receive your forgiveness. Я принимаю твое искупление, свободу от греха. I receive your redemption. Я принимаю твою святость. I receive your holiness. Я принимаю твой огонь. I receive your fire. Я принимаю твое исцеление, мечту и огонь. I receive the healing and resurrection of my dream. Пока я здесь молюсь, я чувствую, на меня дует сильный ветер. Это знамение, что Дух Святой сейчас здесь. This Holy Spirit is here right now. Служителя, молитесь, благословляйте людей. Шикара бро-броса, да-да-да-да. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Я связываю всех бесов. I bind all the demons. Которые связали этих людей. That bound these people. Которые затушили этот огонь. That put the fire down. Которые украли эту мечту. That stole the dream. Во имя Иисуса Христа, убирайтесь вон. In the name of Jesus Christ, я запрещаю вам касаться этих людей. I rebuke you in the name of Jesus. Во имя Иисуса Христа, я провозглашаю исцеление. I proclaim healing. Исцеление души. Declare the healing of soul. Исцеление духа. Healing of spirit. Исцеление тела. Healing of body. И я провозглашаю. I declare. Огонь Божий. Fire of God. Огонь Божий. Fire of God. Пускай они горят. So they know. В Святом Духе. In Holy Spirit. Я провозглашаю исцеление. I proclaim healing. Я провозглашаю жажду. I declare thirst. Жажду и веру Божию. Desire and the faith of God. Я вкладываю Слово Божие. So they would read the word of God. Я вкладываю достижение мечты Божией. I put in them the desire. Я вкладываю новую судьбу. I put in them the faith. Не держите своих эмоций. Don't hold your emotions. Если у тебя текут слезы, плачь. If you're crying, then allow it. Хочется кричать, кричи. If you want to scream out, then scream. А это с тебя спадают тряпки погребальные. This is the burial cloth that is dropping. Иисус снимает с тебя всю грязную одежду. Jesus is taking off that dirty Прямо garment. Прямо сейчас он одевает тебя в одежду праведности. And right now he's putting the righteousness on you. Исцеляйся в этих одеждах. Be healed in these clothing. Принимай мечту в этих одеждах. Receive the dream in these clothing. С этой одеждой. In this clothing. Ты имеешь доступ во святое святых. In this garment, you have the ability to the Holy of Holiness. Увидь себя в этих одеждах. Picture yourself in this garment. Принимай это верой. Receive it with the faith. Увидь, как Иисус возлагает на тебя руки. And see how Jesus lays his hands on you. Благодари Его сейчас. Thank him right now. Просто кричи к Нему, взывай к Нему. Just shout out. Лямошикала блоблоса да 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 я. Раброшикал блоса та 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 я. Шекур блоблоблоблоблоса да 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 я. Люди, которые стоят в зале, поднимите свои руки и молитесь за этих людей. If you're still in the on your seat, just raise your hands and pray молитесь for these за people. Этих людей. Pray for these people. Исполняйтесь духом. Be filled with Holy Spirit. Люди, которые за вас молятся. People that are praying for. Исполняйтесь Духом Божьим. Be filled with Holy Spirit. Это Дух Божий здесь.
This Holy Spirit is here. Я его чувствую. I feel him. Я слышу, как он дует. I feel how his wind is blowing. Он дует на тебя. He's blowing on you. Принимай это. Receive it. Кеша брома рамаса да 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 я. Ша да 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 я. Господь, я провозглашаю. Лорд, I declare. Веру от слова твоего. И пусть эти люди превозносят твое слово. That would put your word превыше всякого имени твоего. Above any of your name. Прошу тебя во имя твое. I ask you in your name. Ради твоего святого имени. For your holy name. Ради твоего Евангелия. For your gospel. Ради твоей благодати, святости и праведности. For your grace and holiness. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Пускай эти люди перевернут для тебя всю землю. So these people would turn around the whole earth for you. Благослови их семьи. Bless them. Учи их и днем, и ночью. Teach them night and day. Принимайте зависимость от Слова Божьего. Receive the dependency on God's word. Принимайте веру Божью. Receive God's faith. Мне Бог говорит, что есть человек, который сомневается, что он прощен. God is saying that there's a person who is doubting that he is forgiven. Бог говорит, не сомневайся, я простил тебя. And God is saying, don't doubt, I forgave you. Теперь прости сам себя. And now forgive yourself. И сомнение уйдет. And the doubt will leave you. Прости за то, что прости себя за то, что ты погас. Forgive yourself that you are. Прости себя за то, что ты делал. Forgive yourself for what you've done. Чтоб Бог утвердился в тебе. So God would be strong in you. Кеша бро бра 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 сатала бра 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 сада да да. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, что у тебя не остается бессильным ни одно слово. Thank you that not even one word is in vain. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Что ты верный Бог. That you're faithful, что все, God. Что ты сказал, так и будет. That whatever you said, that's what's going to happen. И мы принимаем твое всемогущее слово. And we receive your powerful word. И мы всей церковью. And with all of our church. Превозносим твое слово. We're putting your word above. Превыше всякого имени твоего. Above any of your name. Мы хотим дышать твоим словом. We want to breathe with your word. Мы хотим говорить твое слово. We want to speak your word. Мы принимаем решение осуществлять твое слово. We make decision. И пусть твое слово станет нашим словом. So your word would become our word. Твои мысли станут нашими мыслями. Your thoughts would become our thoughts. Твои пути будут нашими путями. Your ways are our ways. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Кешахул маса бра бра бадая. Шабуло бра бра сада ла бада дадая. Кеши бром лам ло сантул ма дадая. Люди в зале находящиеся. People that are in their seats. Не держите своих эмоций. Don't hold your emotions. Это Дух Святой тебе прикасается. This is Holy Spirit touching you. Позволь ему больше прикасаться к тебе. Allow him to touch you more. Принимай решение. Make a decision. Не оставлять его слово. Not to not live his word. Познавать его слово. But to know his word. Давайте мы сейчас всей церковью поднимем руки. Right now with all church, let's raise our hands. Просто скажи во имя Иисуса Христа. And just say in the name of Jesus Christ. Отец небесный. Heavenly Father. Я принимаю веру твою. I receive your faith. Я принимаю веру, в которой есть добродетельность. I receive your faith that is in good works. Я принимаю веру, где есть рассудительность. I receive the faith that is knowledge. Я принимаю веру. I receive faith. Где есть терпение и благочестие. Patience and godliness. Я принимаю веру. I receive faith. Где есть любовь. That is love. Которые двигают верою твоею. That is moved by your faith. Я принимаю веру, движимую любовью. I receive the faith that is moved by love. И я принимаю веру, в которой любит всех близких. I receive the faith that loves everyone. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Я принимаю. I receive. По естественность Божию. The nature of God.
Я принимаю естество Бога моего. I receive the nature of my God. И я принимаю все великие, драгоценные обещания Бога в свою жизнь. I receive all the promises of God into my life. И я скажу, я благодарю тебя, Иисус. And I'll say, I thank you, Jesus. Что это во мне умножается? That is growing in me. И я не останусь без плода. And I will not stay fruitless. Мое служение не останется без плода. My ministry is not going to stay fruitless. Моя семья не останется без плода. My family is not going to stay without any fruit. Мои дети не останутся без плода. My children will not stay without fruit. Без плода познания Иисуса Христа. Without fruit of knowledge of God. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Скажи, подари ему большую славу. Give him big glory. Скажи во имя Иисуса Христа, аминь. Say in the name of Jesus Christ, amen. Amen. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Что мы приняли твою веру живую и действенную. That we received your faith that is lively and in action. Которая двигается любовью. That is moved by love. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Amen. 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 Подари Богу еще раз большую славу. Give God again big glory. Он достоин всей славы. He's worthy of all glory. Пускай Он продолжает действовать в тебе. So He would continue to work in you. Amen. Подари своему соседу. Turn around to your neighbor. Пожелай ему, чтобы он никогда не угасал. And wish him so he would never go down. Подкидывай в свое сердце Слово Божие, чтобы огонь не угасал. Put God's word into your heart so it would lighten more. Ты увидишь, Бог тебя сильно благословил. And you will see God will bless you. Ты увидишь, что Он тебя простил. And you will see God forgave you. Умножай вот эти качества веры в своей вере. Умножай эти качества в своей вере. Multiply these qualities in your faith. Amen. Amen. Я хочу благословить вас на эту неделю. I want to bless you for this week. Все, кто смотрит нас онлайн. Everybody who is watching us online. Все, кто сейчас здесь находится. And everyone who is here. Просто поднимите руки. Just raise your hands. В этом святом присутствии. Давайте in this presence. Примем его благословение на эту неделю. Bless for this week. Отец Небесный, я благословляю каждого человека, кто слышит и будет слышать. Heavenly Father, I bless each person who is listening and will listen. Благослови каждого человека, кто на веб-сайте, кто онлайн и кто здесь, сейчас здесь. Bless each person who is online, who is here right now. Кто нас слышит на радио. Who is listening to us on radio. Мы благословляем каждого человека. We bless each person. Мы благословляем все их дела и действия в этой неделе. We bless all of their works. Мы благословляем, чтобы каждый познавал Тебя во всех Твоих путях во имя Иисуса Христа. So each person would know You in every step they go. Пусть каждый во всех делах, во всех своих мечтах, во всех своих служениях и действиях превознесет Твое Слово превыше всякого имени Твоего. So each person in every step they take, in all of their dreams, in everything they do, they would put Your word above any Your name, just like You do. In the name of Jesus Christ. И я провозглашаю Твою Божью веру, Иисус. And I declare Your God's faith. На Твоем слове. On Your word. И Твое естество. And your nature. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Можете не расходиться, общайтесь друг с другом. Наше служение закончилось. Теперь общайтесь. Our service is over. Лидеры, пожалуйста.